Добрый вечер. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг сообщение о России об отводе российских войск от границы с Украиной. Вчера он ответил на заявление Кремля тем, что не может подтвердить тот факт, что Россия сократила свое присутствие у границ с Украиной. В это же самое время министр обороны США Чак Хейгл также неохотно реагировал на соответствующее сообщение. Почему НАТО ничего не хочет знать об отводе российских войск? Не потому ли, что сама организация Североатлантического альянса планирует собственные военные маневры в Украине? Вечерние новости сообщили вчера, то есть в то же время, когда Россия сообщила об отводе войск, следующее. Украинский парламент одобрил ряд совместных военных учений со странами НАТО, в результате чего американские войска будут расположены в непосредственной близости от России. Уважаемые дамы и господа, не является ли это деэскалацией по типу НАТО? Неужели НАТО действительно верит в то, что, отвергнув готовность России отвести войска от границ Украины, параллельно с этим сможет сама объявить о собственных маневрах по другую сторону границы и после этого сделать соперника ответственным за дальнейшую эскалацию кризиса? Сейчас очень важно точно определять любой следующий милитаристский шаг западных держав, чтобы в случае вооруженного конфликта своевременно была сделана хроника об истинном ходе событий возможной войны. Поддельные истории должны остаться в прошлом. Доброго вам вечера!